Четверг в Самарской области безоблачно, без осадков и почти безветренно. Сохранится теплая погода. Днем +20, +23, ночью 10-12 выше нуля, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. В Сызрани ясно. Дневное время +21, ночью +11, южный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти солнечно, днем +21, ночью 12, тепла, западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре безоблачно, днем +20, ночью 10 с плюсом, северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 41%, геомагнитное поле спокойное.